История убийства и предательства, за которые судьба наградила тихой, спокойной жизнью в США. На первом фото бейсбольная команда Университета Южной Дакоты. В центре профессор Александр Пелл. Это человек, настоящее имя которого Сергей Дегаев, выдал властям Российской империи многих народовольцев, в том числе Веру Фигнер, фактически поспособствовав ликвидированию партии в 1880-х годах. Спасая свою жизнь, организовал на квартире номер 13 вот в этом доме на Невском убийство своего шефа, подполковника отдельного корпуса жандармов Судейкина, которого террористы Коношевич и Стародворский забили насмерть ламой. Маме. Стародворский, милая деталь, тоже потом стал агентом полиции. После этого Дегаев уехал в США, где назвался Александром Полевым, а потом для удобства произношения в американской среде Александром Пеллом. В 1897 году защитил докторскую диссертацию по дифференциальной геометрии и был приглашен преподавать математику в Университете Южной Дакоты. Именная стипендия для студентов имени Александра Пелла в этом университете присваивается до сих пор. А вообще, этот персонаж в молодости прям сошел со сцены какой-нибудь глэм-группы, повесит гитару и готовый образ.